Кроме рыцарских состязаний, на фестивале исторической реконструкции, проходившем в музее крепости Карела, можно было послушать средневековую музыку, в том числе в исполнении приозерского ансамбля «Эвиденс». Образовался он недавно, исключительно под впечатлением этого ежегодного праздника. Ансамбль состоит из трех человек. Их вдохновило действо, и они обнаружили, что могут и сами немного украсить его. Каждый год мы приходили на этот фестиваль. Нам здесь очень все понравилось. Здесь все так реалистично. Люди очень красиво одеты. И у моей матери возникла идея. Просто поучаствовать, влиться в эту средневековую сказку, побывать в этой атмосфере. Ну и проявить свои небольшие таланты. Ну, потому что это здорово. Я подруга, я профессиональный музыкант, и я решила поддержать своих друзей, потому что они первый раз, по-моему, участвуют в таком мероприятии серьезном, чтобы им было веселее и увереннее они себя чувствовали. Такой, казалось бы, небольшой коллектив произвел на зрителей и гостей фестиваля сильное впечатление. Интересная музыка в профессиональном исполнении, своеобразный репертуар и пластика в стиле средневековья привлекли заслуженное внимание. У нас на это ушел целый год. Это постановка вокала, это музыка, это море эмоций положительных. И это все привело к тому, что мы стали изучать даже историю Средневековья, это 13-14 век Европа. И столько для нас открылось, это действительно сказка. Вот так увлеченность хорошим делом и творческий подход одних людей вдохновляет на собственное самовыражение других. А радость получают все, и творцы, и те, кого они озаряют светом своего творчества.